Всем привет, компания Boathouse. У нас нету видео, многие просили снять, что такое. Мы начали вот делать вот такой вот рундук на модели наши большие Travel Max. Значит, сделан он из морской ламинированной фанеры. Вот такой вот рундучок, который закрывается вот защелкой. Сейчас я его открою. Вот, защелочку раз. И мы поднимаем. Здесь есть упоры, которые самооткрываются. И, соответственно, под 90 градусов. Вот он дальше не идет. Вот. Достаточно вместительный. Вот, в принципе, рундуки для вещей. В данном случае, если это на лодке камбуз, то вот. И закрывается аналогично. Защелочку. Но одной рукой неудобно. Оп. Все. Сверху на вот этот рундук можно установить вот такие вот кресла. Здесь на Travel и Travel Max их становится 3 в ряд. Вот. И таким образом получается все под пространство под креслами. Можно занять под вещи, под различный скарб, под еду. Вот. Ну, вот так это все выглядит.